О, с добрым утром называется. Солнце мое откапывает подъездные пути. Ни ему не въехать, ни мне не выехать. Да. Утро раннее, снежок идет. Трах тебе дух. И притом мокрый. Снежок идет. Вот он, зараза. Такой замечательный снежок. Почистила по быструхе. Снег мокрый, тяжелый. Да. Тюфсик, а ты чего выперся? О, сидит, провожает. Голым попом на мокром снегу. Да. О, сидит моя зяя. Сидит, мое вот и пушистое создание. Бежал. Скажи, конечно. Сейчас поедешь неизвестно куда. Слушайте, ну так красиво заодно. Могу сказать, так красиво. Но муж говорит, машину кидает из стороны в сторону. Прям не вышептать. Идите, варежки какие-нибудь уже. Мокрой хваткой держусь за руль, и руки мерзнут. Так, подождите, тормоз. А, сейчас поставлю. Так, где мои варежки, мама дорогая? Въехать-то въехала, но дело в том, что въехала по самое... Здесь снега много. Я думала, он хотя бы сначала прочистит место, там он чистит, прочистит мне хотя бы этот самый, как его там называют, место стоянки. Но занялся человек другим. Ну, что поделать. Чем занялся, тем занялся. Ну, короче, привет. Вот... Дочищает, говорит, а вы же, говорит, с 9 работаете. Я говорю, ну да, мы-то с 9 работаем, но дело в том, что надо же эту еду-то приготовить, если с 9 работать, да? Ой. Потихонечку уже светает. Практически весь снег почистили. Я переместила свою машину. Вернее, там он уже дочищает. Последний самый. В общем, снег очень тяжелый, мокрый, тяжелый, практически вот бетон, самый натуральный. Я уже булочек налепила, все сделала, все это самое. Сейчас только надо будет
потихонечку. О, сосиски ждут, буляшки ждут. Сейчас тут еще вот это остается все доразложить, помыть и открыть магазин. Такую красоту надо запечатлеть для этого самого. Сейчас стану поближе, чтобы главное не навернуться. О, так. О, а? Лепота. Ой, сколько ж у нас снега. Это за сегодняшний день. Хорошо хоть столько, а не в два раза больше. Он хоть мокрый, плотный. Да. Убирать его руками. Уф, мама. Укатали меня сегодня эти норвежские снежные горки на работе. Что-то как-то то ли не доспала, то ли переспала, то ли переработала, то ли не доработала. Ой, домой! Что-то у меня какой-то синяк. Да. Ух, как я твою удивить. Вот это зигзаг удачи. О, блин. Но въехала. Вот он чует, засранец. Вот сидела, аж смотрела на него, пока я достала камеру, пока то, пока все, и смылся. Где ты, тёсик? Следы ведут в этот самый, в гараж. Ты, ушастое создание, куда-то смылся. Вот я ж зигзаганула-то. Слушайте, какой снег мокрый, тяжелый. Но я въехала, несмотря ни на что. Правда,
Думала, сначала меня в березу потянуло, потом к кусту. Вон она. Ух, я ж. Супер-пупер спец, страх тебе дох. Вон сначала к этому кусту, ну, вернее, уже потом. А сначала думала вообще к березе меня. Вон оно. Какой-то метр от березы. Ну, как-то вырулила. Блин, ну вообще, конечно, с этой погодой между нами девочками и котами это ж вообще невыносимо. Да, Тюфсик? И сейчас все капает. Да? Мяу, как жизнь твоя? Скажи мне, пожалуйста, как твоя жизнь? Как ты без меня? Фоксик тебя не обижал? Он же такой подстрекатель, этот Фоксик. Он же все время подстрекает и подстрекает. Да, подстрекает тебя. Да, провоцирует злодей рыжий. Да, провоцирует. А ты же у нас большой и добрый кот. Ты же у нас всем помогаешь. Да. А он провоцирует и провоцирует. Ох уж он. Злодейский-то злодей, да, а ты у меня не злодейский злодей. Ты у меня добрый и добродей. Ты мой добродей. О, Тибоси, мой, столько счастья в организме. Столько счастья в организме. Ну что, пошли домой. Или еще гулять будешь? Ты или еще гулять будешь? Ты мой коник. Подпрыгивает за рукой. Подпрыгивает. Конь ты мой педальный. Нет, пушистый. Ты мой конь пушистый. Да. О, скажи. Хорошо встретить хозяйку. Сразу вся ласка на меня переходит. Да? Скажи, сразу вся ласка на меня переходит. Да? Да? Ой. Счастье ты мое пушистое. Ты злодей. Хвост. Хвост крючочком. Крючочком хвост. Раньше он клал хвост вообще вот. О, ты моя. Ты вообще клал хвост вот так вот. Ну, сейчас вот у него немножко не получается. Сейчас в основном такой крючочек. Крючочек такой. Привет, крючочек. Да. Где? Хвост крючочком. Все. Пошли домой. Кормить тебя буду, твоего рыжего подстрекателя. Себя. Ой, как хорошо. Не, ну гляньте на этого засранца. Дерет мои валенки. Эй, свет включился и смылся. Птеродактиль ушастый. Чего сидим? Кого ждем? Туда дверь не открывается. Ну что? Ударим по деликатесу. Сухарики. Ну что, смотрим, что она там. Ну-ка, ну-ка. Вот такая красота. Сухие, сухие. И чесночком пахнут. Это я хрумкаю. Рекомендую. Тюфсик, ты куда полез? В закрома моей шелковой родины? А, Тюфсик? Хорошо тебе лежится-то, да? На шерстяной кофточке. Шерстяными да шелковыми тканями. Ты мой кот. Ты мой самый замечательный кот. Все, не свечу в глаза, не свечу. Все, сиди там, сиди. Спи. По следам. Фоксик. Пойдем домой. Фоксик. Засранец. Поверху пошел. У нас опять снег пошел. Летит. А ты куда? Друг, товарищ и брат. Пушистый. Твой этот
камерат почапал через главную дверь. Ты тоже последуешь его? Этому самому примеру. Там машинка спускается. С горы с нашей. Медленненько едет. Наверное, скользко. Ползет едва-едва. Лучше медленно. Да? Все, пацан, пошли домой. Хватит шею подставлять. Все, пойдем. Пойдем. Пойдем открывать дверь Фоксику. Нет, туда же. Видишь, там машина едет. Сразу снег видно, как идет. Спасибо, машина. Помогла загнать этого Бармалея в дом. Остатки елочки. Идешь? Вот, осталось только собрать гирлянду и елочку запаковать. Праздник закончился. Как говорится, снова здрасте. Сутки не было, даже больше суток не было снега. Вот сейчас опять пошел снежочек. Ой, такой прям мокренький. Надо пойти почту достать. Поскрипу немножко этими самыми своими снежными. Ну, сверху совсем мягенький, буквально, может, пару сантиметров. Потом, значит, вот тот, который слежалый. Да. Это тот, который недавно выпал, такой бетонный, мокрый, тяжелый. А под ним, я так понимаю, что тот со льдом сверху. Кто бежит? Кто стучится в дверь мою? Видишь, дома нет никто. Пошли почту забирать, тёсик. Пойдем? Ну, по следу идет. Слыти. Ай, ты мой хитрый кот, по следу идешь. Ну и правильно, иди по следу. Тёсик, это ты там этим самым темным пятнышком лежишь? Да? Я тут как это, сороконожка. Маленькими шажочками. Чтоб не навернуться. Потому что тут такие слои снега, льда. Да! Пойдем домой. Заодно забрала этот самый крансик. Все, Новый год закончил. Пора. Да. Ой, слушайте, ну вообще, конечно, ноги проваливаются. Вроде наступаешь на твердую поверхность. И получается, что ты попадаешь на этот, на тот наст, на который я несколько дней тому показывала. И потом нога начинает иногда выдерживать, а иногда проваливается. Да. Шо вы, мои котопузики? Ой, да тут у нас игрульки начинаются. Вот тут у нас игрульки начинаются. Все вы тут. Фоксик. Тюфсик. Чё ты лапу поджимаешь, да? Скажи, холодно. Лапы мерзнут. О, такси поехало. Ну что, Фоксик? Гоняешь тюфсика? Да? Снежок у нас. О. Ну что ты, рыжий друг? Привет. Привет. Забирали вместе со мной почту. Да? Ой.